6 июня перекидывает нас на 15 июня, четверг. То есть даже не пятница. Интересно. О, дождик. Это была середина июня. Не, ну я должен это сделать. Иначе это будет не так хорошо. Закончили минутку ностальгии по Кроссбулу, продолжаем. Вакаба на ксецу сугита туриста дева. Мезрашку, нагами га цзуйтейта. Лето уже вступило в свои права, и такое ощущение, будто над туристой зависло заклинание дождя. Макаров, дороу. Там он у Мэри еще, по-моему, была. Если это была Мэри. Как тебе тиши уэта? 俺たち7組メンバーは通常の授業に戻っていた。うん、закончились же полевые испытания, и другие члены семейного класса, я вернулись к обычной школьной жизни. Момент ужаса накрыл нас, заставив жилы, заставив кровь застыть в жилах. Что произошло? Сате, мае кара йококу шита тори, ашита кара чюкан шикен ни нару ва. А, понятно. Сессия пришла. Как все вы знаете, завтра начинается ваша пора промежуточных экзаменов. Юху! Ма, кихон ва загаку но тесто да кара. Я сама не очень хорошо лажу с этими экзаменами, и сэшками, и вводом ответов, но я не очень-то... Поэтому я не смогу очень вам сильно помочь. Но я занимаюсь некоторыми вашими тестами, поэтому я буду поддерживать вас с трибун, грубо говоря. Так что надеюсь, что я смогу вами гордиться, класс. Временами я не могу уснуть по ночам и даже пытаюсь понять, как вы стали нашим учителем. Если я правильно помню, разве вы не в опасности из-за того, что проректор грозит вам лекции, если наши результаты будут не очень хорошими? Я не очень за это переживаю. Большинство из вас получает довольно хорошие оценки. С нетерпением жду увидеть, насколько хорошо вы все справляетесь. Помните, результаты объявят в следующую среду.
Результаты будут вывешены на доске по рейтингу, чтобы вы могли увидеть их и сравнить с другими членами, с другими одноклассниками, с другими с членами других классов этого года, этого курса. Ох, что это рейтинговая система. Чем быстрее закончится эта неделя, тем лучше. Господи, я с содроганием реально вспоминаю свои сессии. Как хорошо, что все это позади. Я уже практически чувствую угрозу. Не позволю Эми обойти меня в этот раз. 10.25, ха-ха, отлично. Они также собираются вывесить средний балл по каждому классу на доске. Средний по классу? Аккуратнее надо быть, Тимур. Чё ж ты так? Полагаю, что их намерение... в том, чтобы приободрить нас, чтобы можно было хвастаться перед классом, перед другим классом. Ну, испытания мне определенно нравятся. Мне до сих пор снятся сны, как я прихожу в институт, и мне говорят, что сегодня экзамен, а я даже не в курсе. Какой ужас, Дамарик. У нас, к счастью, ты всегда знал, когда у тебя экзамен, поэтому ты не мог прийти на него, не подготовившись. Другое дело, чтобы подготовиться к нему было той еще историей. Особенно, когда у тебя просто экзамен... Ну, на экзамены дается неделя, у тебя 5 предметов, и у тебя каждый день по экзамену. И ты думаешь, что делать сейчас с этим делать вообще? Ну, в случае, я знаю, что... I think it's enough homeroom for day... Сейчас еще только полдень, но я думаю, что уже хватит сидеть по кабинетам. Можете остаться здесь и поучиться, или вернуться обратно в общежитие. Все зависит от вас. Мне вчера приснилось, как от меня открылась научная рука. Вот это уже реально жестко. Мне что-то похожее снилось, но уже после того, как я выпустился из университета. Но тем не менее, да, неприятно было. Староста. Не сочтёте ли за честь? Да, инструктор. Кириц, де. Встали, поклонились. Что мне делать? Я могу выдержать что угодно, честно говоря, но самое большое мое переживание — это математика. Я бы не против был нескольких учебных сессий со всеми вами, если вы думаете, что это поможет. Мне самому нужно повторить математику, я не уверен, насколько много времени я смогу потратить на тебя, впрочем. Ты серьезно? Это было бы очень сильно мне помогло. Мое самое слабое место — это история Рибонии, полагаю. Сомневаюсь, что вас это сильно удивит, впрочем. Потому что я понимаю весь материал, который мы изучили напрямую в классе, но есть несколько неприятных моментов. Я могу помочь тебе с этим, если хочешь. Хотя взамен я бы оценил свежий взгляд, который мог бы помочь мне повторить военное дело. Эссе по военному делу. С удовольствием. Не хочешь поучиться со мной, Фи? Ну, полагаю, хочу. Оу. Не возражайте, если я к вам присоединюсь тоже. Я бы не прочь была повторить классику. Ну, конечно, всегда пожалуйста. Не хочешь присоединиться к нам, Лаура? Нет, я... Спасибо за приглашение, но я откажусь в этот раз. Есть пример, который мне нужно повторить лично. Увижусь позже с вами. Что это с ней? Типичный интроверт просто. Может быть, я слишком много думаю об этом, но я бы готов поклясться, что видел, как она смотрит на Фи. Эй, Рин. Или над Фи. В чем дело? Ты пойдешь в общежитие?
Если хочешь, можешь присоединиться к нам. Я не планирую прямо сейчас возвращаться. Возможно, присоединимся к вам чуть позже. Ну ладно. Возможно, увидимся с тобой позже. День перед экзаменами — это свободный день. Поговорите с определенными персонажами, чтобы позволить им учиться с вами. Когда кончатся бодинги, время дня изменится на вечер и продвинется сюжет. Угу. Ни хрена себе, реально со всеми бодинги, лол, что за жесть. Причем за пределы Академии не выпускают, что интересно. Причем и стовый даже бодинг есть, фига себе. Интересно, интересно. А Сара в Old School House, при том, при всем. Занятно, занятно. Книги из библиотеки подготовиться не помогут. Есть 6 предметов и 6 запросов. Но тебе дают только 3 бодинга очка, которые дают по 100 экспы всем, с кем ты учился. Чтобы подготовиться по остальным 3 предметам, лови преподов либо сейф с камень. А что, типа, что влияет на подготовку? Ну, типа... Причем тут подготовка предмета меня просто интересует. У меня была только одна или две сессии сложными, на одном сложном предмете сам фиговым преподом я буквально чудо выкрутился. Я один раз был на пересдаче, и то в магистратуре. Так себе опыт, но как бы... Да, был делом. На первом курсе магистратуры, так я вроде нормально учился всегда. Ирину дали зонтик? Серьезно? А чё в кроссболе не завезли, да? Ну, ё-моё. И просто, знаешь, ответ на вопрос, либо бонер, либо вообще не с преподавателями. А-а-а. Больно. О, инструктор, вы проверяли старое здание? Ага, просто быстренько заглянул, и все. Ты будешь приятно удивлен, если узнаешь, что... Там пока что не было серьезных изменений с последнего месяца. Меня все устраивает. По крайней мере, это означает, что мы можем просто фокусироваться на обучении, на подготовке к нашим экзаменам. Я не хотел бы знать, что происходит в этом здании, впрочем. Ну... Найдем это или нет, все зависит от наших, от ваших исследований. Впрочем, то, что вы, ребят, подвигаетесь ближе к истине, чем вам может казаться. И вы практически уже готовы начать использовать боевые линки на более продвинутом уровне. Ну, конечно, Тимур. Какой продвинутый уровень? Имеете в виду, что есть что-то еще? О, ваши аркусы все еще хранят несколько трюков и скрытых фич. Чем больше ваше обладание с вашим партнером по линку, тем более эффективны будут ваши боевые линки. Но не верь мне на слово. Попробуй в следующий раз, во время ваших следующих исследований. О! Не очень понимаю, что она хочет сказать. Я так понимаю, что это не уровни линков, да, имеется в виду. В принципе, не удивительно, но тем не менее. Новый линк атаки? Прикольно. Из того, что помню, если ЗГ военное дело, это махи сорбанты, то политэкономика, кроу, первая помощь. Значит, это не было бы смело выйти без этого. Ну, я тоже мог в теории обойтись, но не обошелся. Что ж поделать. Так, тут бондинг. А я вообще хотел бы найти по возможности преподов, да? А, есть же еще эти книжки и прочее, надо иметь в виду, вдруг оно сегодня уже, да, есть.
15 июня, то есть, в принципе, может быть, сегодня купить книжку, в случае чего. Рецепта пока нет. Это пока нет. Red Rose Moon пока тоже нет. Так, профайл этот у нас уже есть. Это готово. Ага, мне нужна Клара и Тереза. Не, все 6 годов я посмотрю, конечно, но вопрос был немножко в другом. Я пока что преподов хочу поискать по возможности. Так сложно, Тереза, помоги мне. Ну ладно, успокойся, не сдавайся так быстро. Мы вдвоем точно справимся все, с этим вместе. Потихоньку. И действительно безнадежно, когда дело касается учебы, не так ли? Не подкалывай свою подругу. Она тебе еще подруга все-таки. Спасибо, что напомнила. Так, я вообще хотел глянуть вот это, да? Доработки, что ли? Не понял. Я думаю, что лучше пошел не войти, а филологом. Филологом, мне кажется, трудно прожить нормально. В плане зарплаты и прочего. Я, конечно, не эксперт, но... Тем не менее. А, вот. Так, и... Артрум на втором этаже, да? Есть какая-то нужда учиться к этим тестам? Должно быть достаточно легко получить нужную отметку и не паникуя, пытаясь учиться. Вот это я понимаю утверждение. Повезло, чё. Национальная ха-ха нашли. Шикарно. Интересно. Где только народ не учится, я смотрю, да, не готовится. Интересные вы люди.
О, ну я вижу какую-то книжечку, кстати. Книга под названием «Самый полный гид к эрибонийским операм и картинам». Почему в одной книге покажутся столь разные темы? Впрочем, возможно, лучше изучить ее для наших экзаменов. Не будет плохо, если я почитаю ее. Знание искусства повышено. Ей! Значит, надо искать книжечки, да, повнимательнее. Может пригодиться. Что неплохо, в принципе. Здесь ничего нет, случайно? Не похоже. Стоп. Нет, ничего нет. Или мне вроде говорили, что книги не помогают, да, подготовиться. Может, в нашем кабинете что-нибудь есть интересное, мало ли. О, кстати. Просто картинок будет понятно. Должны помогать. Окей, тем лучше. Значит, не зря по ним хочу пробежаться. Здесь вроде бы ничего особого не вижу. Да. Окей. Это что, они еще и бондинги не особо тратят, да? У тебя появился надпись «Повышенное знание искусств», но нужен ответ. Окей, я понял. Здесь есть кто-нибудь? Да, как ни странно. Я люблю дождь. Позволь мне поведать тебе маленький секрет. Мне даже не нужно учиться благодаря небольшому моему специальному трюку. Страница 44 будет на нашем экзамене по орбал науке. Это точно. Это судьба. Ты же просто выдумываешь это, верно? Но что если она действительно имеет какие-то специальные силы? В смысле... Не будет лишним изучить эту страницу, просто на всякий случай. Ага, интересно. Книги влияют на результаты по местному межрейтинге вроде. Прикольно. Кстати, я случайно не могу прочитать эту книгу еще раз. Рейтинг уже на будут значки. Ну, это понятно, да. Да, книгу еще раз прочитать не дают. Ок. Вот, пожалуйста, с неписями говорить тоже полезно, да, может быть, временами. Из Unreal блокнота. Сейчас гляну. Ихи можно, в принципе, засчитать как ха-ха. Хотя я не особо фанат засчитывания. Это вот именно так. Ну, типа, ладно, пусть будет. Мне не жалко. Ну, тут ничего такого нет, по крайней мере, не вижу. Ну, здесь есть, типа, отслеживать, какие книги я прочитал, грубо говоря. Наверное, неплохо.
Не, не читаю, но, наверное, действительно есть смысл почитать чуть позже. Это будут ваши первые экзамены, не так ли? Нужно отметить, что я тоже немножко нервничаю. Это впервые, когда я придумывал вопросы для них. Они могут быть очень сложными. А может, наоборот, очень простыми, кто же знает. Но если будешь повторить все, что мы изучали в классе, то должен справиться без проблем. Не стесняйся задать вопросы, впрочем. Было несколько вопросов по истории искусств, которые я хотел бы у вас уточнить. Оу, Терезина полагается на мою помощь. Какой приятный сюрприз. Кстати, а третья имперская хроника, по-моему, позже покупается, да, если не ошибаюсь? Ну да. А, хотя, по идее, можно сейчас купить, но... Типа, меня пока не выпускают из города. То есть, если из Академии. Искусство эволюционирует очень сложными путями. И делает это уже с самых средних веков, видишь ли. Ей, повышено знание. А, ну, можно в столовке где-то купить топоров. Попробуем тогда. Возможно, ты уже знаешь, но... преподавательская комната недоступна, когда экзамены идут. Если хочешь увидеться с преподавателем, тебе нужно будет посещаться и спросить. Может, хочешь спросить что-то у меня? Да. У меня есть опрос по урбал науки, который я буду задать сейчас. Логично. Покажи мне, что у тебя есть. Попробую подтянуть тебя. Ответа знать нельзя, но, видимо, нет. Что, в принципе, логично. В целом. Интересно, меняет ли препода свое местоположение в течение дня? Наверное, да. Кстати, надо с тобой еще поговорить. О, похоже, ты стал коричневым рыбаком. Это подтверждение того, что ты действительно неплохо справляешься. Потому что есть потенциал. Да, по поводу этого. Я не очень понимаю, что все эти титулы означают. Да, не переживай об этом. Просто как-то нечестно, когда тебя могут потянуть только попадание, просто на остальное угадывать. Наверное. А, да, раз уж ты коричневый рыбак, то можешь обменять свои очки на более крутые вещи. Есть даже несколько новых доступных удочек в этот раз, так что можешь рыбачить ради большего количества очков. Меня все устраивает. Да и было бы неприятно не получить новые инструменты. Всего лишь 10 очков? Да без проблем. Вот это прикольная штука. Мьют или фриз 10% шанса. Ни хрена себе, классный кварц. Он стоит того, ребят? Сирию. Круто. Кстати, о рыбалке. А, черт, не та удочка. Фак. Простите. Я забыл, что здесь сначала выбираешь удочку в менюшке основной, а потом уже рыбачишь. Один из лучших статусных кварцев. Ну, я догадываюсь, потому что он вмещает аж два статуса в себе. Тем более фриз — это действительно хороший статус. О, наконец-то Эмма и Фи появились здесь. Ей! Замечательно. Теперь у нас класс в полном составе тут сидит.
И самый лучший на лишь своей категории. Только... А, не, Рин на месте стоит, все, все нормально. Окей. Конечно, умножается, а как же? Всегда ж так было. Ну да, это звучит логично, в принципе. Маз-маз-да-на. Тут, походу, так себе рыба вывалилась. Ну ладно. Мэ. Маз-маз-да-на. Так. Есть какой-то вилл, чем можно воровать? О! Заткнись, Юга. Я не буду пользоваться твоим советом. Я могу запомнить все за одну ночь до экзамена. Бэки, бэки, бэки. Ты не сможешь запомнить все таким образом. Твое запоминание в том, чтобы учиться как раз до того, когда ты легла в кровать. Когда ты проснешься, ты все повторишь еще раз, чтобы закрепить результат. Это легко, это эффективно, это лучше всего, это работает. Я гарантирую это. Если попробовать, тоже, Рин. Ну, возможно, попробую, спасибо. Вы знали новый эффективный метод запоминания. Прикольно. Так, здание с тут советом меня еще интересует. Нас не пустят. Мы общались, я уже не помню. Нет. Книга под подушкой, комфи. А что если ты используешь книгу вместо подушки, да, Марик? Бы и нет. Есть смысл, кстати, сюда сходить еще. Может быть, здесь кто-то есть. Можно было бы пообщаться. А, здесь Алиса с Лаурой есть, да. А там вроде больше никого. Знания проводились в мозг без помех. Именно так. Атмосферно. Да, реально очень прикольно. Вот дождик и так далее. Действительно красиво. Тут задают судсовета стоит, интересно. Может, это из инструкторов. На лавках книгу не брал. Нет, еще там была книга какая-то. Сейчас посмотрим. А, я еще книг хотел искать, да, точно. О, здрасте. Есть известный покорок, который об таких днях, который говорит... Маргаритки всегда...
лучше всего идут под дождем. Именно поэтому я люблю темные облака. Только смотреть, не трогать. Потому что меня уже хватит, на самом деле. В спортзале должна лежать. Сейчас гляну. Может быть, и была, я просто не обратил внимания. Даже я не знал, что книги могут там быть. Ну, в любом случае, везде тогда пройдемся. Может, где-то еще здесь что-нибудь найдем. Или там закрыто. А, понятно, он закрыт. Логично. Тогда здесь оно тоже закрыто? Закрыто. А раздевалки закрыты? Ну да. Окей. Я раньше такого не вижу. Я, правда, там ищу, конечно. На первом этаже я сейчас спущусь. Я не очень хорош в пиксель-хантинге, если вы не знали. А, вот она. Военная наука, праймер. Ага, окей. Это очень хорошо написано в книге. Иллюстрации действительно приносят на дополнительную жизнь к этому всему. Секунду, это, возможно, кому-то принадлежит. Никто бы не оставил здесь книгу просто так, потому что я уверен, что вернуться скоро. Нужно оставить ее здесь. Ну, Military Science мы теперь знаем лучше. Что... Наверное, стоит поискать книжки еще где-то, да, в дополнительных местах, по-хорошему. Вот где вопрос. На лавках, интересно, в кортьярде могут быть книги? Мне кажется, что нет, они бы промокли уже давным-давно. Да, здесь ничего не вижу. Вообще, книги логично искать в зданиях все-таки, а не на улице, хотя кто ж вас знает, блин. Здесь, может быть, какая-нибудь книга еще будет, кстати говоря, ну, мало ли. Вот тут может быть в теории. Вот тут нет ничего? Нет. Может быть здесь? Тоже нет. Может быть здесь? Тоже нет. Нет, мне не написано, что где лежит Тимур, в том-то и проблема. У меня гайд очень неподробный. Если это хорошо. Эдакий эксплоринг. У меня лежат только типа книги типа Корнели, ну указано, где они их искать. Такой вот. В библиотеке дофига книг может быть полезных так-то. Но что-то мне кажется, что не особо это сработает, да? Мы уже прочитали. Здесь, возможно, что-то есть. О, кстати, вот ты мне нужен. О, здравствуй. Решил повторить что-нибудь, что мы изучили в классе? Особенно я просто проходил мимо. Да ладно, нет нужды быть таким скромным. Особенно это дело касается истории. Ну, начнем. Может быть, пройдем по каждой маленькой детали, которая может, возможно, появиться на том экзамене. Звучит как может быть полезным, хоть и... Если я, конечно, смогу не уснуть. Знание романистской истории увеличено. Ей, шикарно. Оу. Мяу. Как кошка сюда могла забраться? Ага. Ну, полагаю... Это шкала места, где можно было спрятаться от дождя. Если не ошибаюсь, с этого момента можно начинать кормить эту кошку молоком. Кстати, у меня есть немножко свежего молока для нее. Может быть, дать ей? Да. Похоже, она счастлива. Может быть, нужно будет приносить ей время от времени еще. 233. Что? Ага, я вижу здесь книжечку. Политэкономика. Отлично. Учитывая материал, книга может быть достаточно доступной. Может быть, неплохо для повторения. Всего 10 плюсиков. А сколько у меня уже их, кстати?
Политэкономика, история, military science, Хьюго Бекки, это плюс. Макаров плюс, 5 плюсов. То есть покорми кота, да, где-то мы это уже видели. Это 6, это 7, это 8, это... 8 плюсиков из 10, то есть мне надо найти еще 2. Мы вроде еще не всех преподов видели. У меня, кстати, вроде был гайд сохранен на кормление кошки. Да. Как раз таки. Но первый раз как раз таки вроде не раньше, чем в третьей главе. Да, дальше можно будет вот тут все написано, где, что, когда. Понятно. Окей, будем иметь в виду, на будущее это будет пригодиться. Короче, кошку надо покормить каждый день, как и коп, по сути, по всему. И нам дадут хороший, видимо, мастер-кварц за это, или просто кварц, я не знаю. Ну, судя, надо будет воспользоваться этим. Так, ну нужно найти еще 2 плюсика. Получается, скорее всего, это книжки. Мы, кстати, еще тут совет, здание тут совета не были. Там тоже может быть много всего полезного, кстати. Как минимум здесь преподы могут быть еще, помимо всего прочего. О! Учиться так скучно! Но, возможно, благодаря Рину все станет несколько интереснее. На самом деле у меня есть неплохая идея. Почему бы нам не устроить небольшое соревнование вопрос-ответ? Каждый раз, когда кто-нибудь получает неправильный ответ, то им нужно снять предмет одежды. Серьезно? Я не буду в этом участвовать. Никогда. Ну ладно, полагаю, что мы тогда вообще не будем учиться. Но это не то, что я имел в виду. Но я думаю, что до сих пор, пока никто раздеваться не будет, я готов помочь вам учиться. Найс. Возможно, это мне даже поможет. Отлично. Еще хахашечка, замечательно. 235. Вот тут реально заставляют гореть со всеми неписями, собственно говоря, чтобы тебе было хорошо, да, грубо говоря. Интересно. Угу, замечательно. Давай сюда. Бабло. Много бабла. Ничего нового, да? Жаль. Я пока что просто думаю еще на кого бодинги тратить. Однозначно на Тову, однозначно на Кроу. А вот дальше уже как пойдет. Возможно, Эмму и Фи. Не знаю. Угу, 10.36, замечательно. Там соточка на каждого всего. Ну, уже не лучше, чем ничего. О! Терминистская история в картинках. Ей! Что это такое? Больше похоже на комикс, чем на традиционный учебник. Хотя исторически вроде все верно. Вряд ли будет плохо, если прочитаю. Неплохо. Другие вернее тему, кому близко. Тоже вариант. Рыбачить. Здесь вряд ли будет что-то полезное, да, для нас. Хм.
На этой девочке тут нет, книжек я здесь не вижу. Может быть, здесь будет, хотя здесь в клуб фотографий вряд ли будут книжки. В принципе, 10 плюсов собрали, так что все нормально. А здесь даже не только Това. Шикарно. Давайте развлекаться тогда с Товой. Чем нет. Я еще подумал вот о чем. Сейчас, секунду. Да, мне нужно линки посмотреть. Ну, с Эммой близко, с Макиасом близко, с Гаюсом близко, с Юсисом близко. С Элютом, кстати, тоже довольно близко до третьего уровня. Давайте так, с кем бодинги самые крутые, ой, не бодинги, с кем линки самые крутые пойдут? Сначала тех, с кем не оставляешь экспу. Тоже резонно, кстати. Согласен с тобой, Тимур. Вопрос к тем, кто игру знает хорошо. С кем линки самые крутые? Просто я так, насколько я понимаю, там с какого-то уровня, то ли с третьего, то ли с четвертого уровня линков... Обилки становятся несколько более интересными, чем Link Attack и Finishing Blow. То есть там что-то прям реально прикольное. С другой стороны, а кого я, скорее всего, буду использовать в лейте? Лауру, скорее всего, да. Фи... Ну зачем мне три физика в группе? Из магов либо Эмма, либо Элиот. Или вот хороший бафер, но, в общем-то, и все. В плане магических способностей ему получше будет. Все линки полезны. Ну, полезны-то все, но выбирать-то все равно придется не всех, к сожалению. Алиса хороший саппорт. То есть Алиса, Лаура, Эмма, в принципе, как неплохая группа подходит, как по мне. Фи неплохо тоже заходит, в принципе, у нее полезные. Фи не очень полезен магам. Тоже резонно. Алиса полезна всем. Ну... Больше всего Линки выиграет, наверное, Фи. Понятно. Нужно пары Гаю из-за моих Эселита. Да, это я понимаю. Но, скорее всего, я буду брать Алису и Лауру. По итогу. Потому что раз я трачу на Това и на Кроу. В итоге выбирать придется кого-то одного. Юси с Маки хорошо в паре с магами. Но я понимаю, да. Ну, Юсис, потому что у него дебаф на маг, на АДФ, а Макис, потому что у него реген ман есть. Эмма уже со Сфида, я видел уже. Сложно, короче. Просто возможности ловить бондинги с Кроу и... Товый, они вообще очень редкие, так понимаю. А они в лейте, я так понимаю, тоже будут в группе. Поэтому я пытаюсь использовать эти возможности по максимуму, чтобы когда они были в группе, у нас у них были хоть какие-то линки, грубо говоря. Макси, ну что, автоматически смотри тебе напарнику? Круто. Это реально круто. Юсис бафать урон. Неплохо, неплохо.